хлопцы, я сегодня без подготовки. Ну, а в то же время не выступать нельзя, правильно, потому что праздник же. Ну, за правило-то эти самые, вот эти самые, значит, чтобы торжественно так это, пинжак, галстук нету, блин, не выдали. Короче, пацаны, это шутки шутками, блин, YouTube заколебал. Просто до того, вот это, ну, как там, гнусно, мерзко, что это прямо, не хочется снимать прямо. Ну, вот это, Федот, осторожнее с камерой, блин, это важный репортаж у этих... У лучших людей в мире, лучший в мире праздник сегодня, надо поздравлять, а ты, блин, камеру не хуешь. Ага. Не курлыть хоть сильно в камеру, блин. Им такие звуки непонятные. Короче, это, в натуре, блин, снимаю киношки нормально, от души, все честно, не матерюсь, я никого не убиваю, ничего, блин, ни голиком, ничего, блин, вообще ничего не нарушаю, херак и все, нет, это, блин, это не нравится. Ну, я, блин, давай кромсать, вот передняя часть, может, не нравится, блин, нет, там нормально, вообще фильм не нравится, я заднюю часть отрезаю, но теперь, может, нравится, не, задолбали. Короче, снимаю хороший, нейтральный такой, ну, нормальный фильм, как все снимают, значит. Хочу поздравить всех жителей, значит, бывших СССР, значит, с Днем Защитника Отечества. Всех тех, кто это держит в руках оружие и с доблестью защищает это самое, блин, ну, это самое, и, ну, спокойный сон, короче, мирный, и все, и российские земли, и все это. И же хочу пожелать, значит, чтобы это, ну и впредь это снесли там славу этих предков, веков там, то все, блин, чтобы каждому это самое, мешочек пельменей по заслугам, то все, не, чтоб, ну, чтобы не остались незамеченными труды, то все, таблички, то все, там, стеллы, хер знает, что там, памятники, блин. Ну, хочу предупредить, вот просто с канадским опытом, с нашим северным, якутского этого самого, блин, не это самое, блин, не напрягайте нафиг. Это, ну, это памятники хорошие сделать, но они же растают потом летом, думайте же, блин. Ага, ну, так, значит, поздравили. В мире ничего так это, ну замерзают, ну, там был этот день какой-то у американцев, это день президента, вот, ага, ну, это мой праздник тоже. Это день, когда придумали в честь дня рождения одного президента, а потом решили, он будет это всем президентам применяться. Ну, вот, типа, у тебя днюха есть, а у тебя еще одна, вот медведь твоя Панама, иди это, блин, ну, и все, ну, президенты, ну, люди как люди, а последний попался какой-то, это, крыша у него едет, короче, ну, нет бы свой день рождения, ну, проводить там, ну, бухать там с кентами, то все, ну, в ресторане там где-то, блин, есть же в Донбассе хорошие рестораны, правильно, блин, где шрапнель летает, нет, блин, знаешь, что сделал, блин, полетел куда-то, блин, с кем-то встречаться, там что-то обещать, полный карман денег привез, вот у меня тут полмиллиарда, я вот и миллиарда там, а 2,5 потом, там, пацаны подвезут, и вот такую херню все, блин, это, ну, тут со всех сторон недружелюбные, тут иноагенты кругом, блин, тут, блин, надо это стиснуть зубы, блин, значит, это, выдержать, мы выстоим, блин, переморщимся, блин, а тут вот эти мудачки, блин, ну, Муссолини, блин, выступил, говорит, ну, чё, говорит, этот Рузвельт полетел к Черчиллю, ну, чё бы он ко мне не мог, говорит, прилететь, я бы ему послал бы самолет, говорит, кукурузник, я бы это самое, Гитлера бы пригласил, мы бы этого болен Сталина бы приволокли бы за уши, договорились. Это такие вот новости, значит, были. Ну, Муссолини, сами знаете, который картофель любит выращивать. Ага. Я говорю, у меня, говорит, и карты есть, я покажу, блин, превентивные, там все это, блин, встречи проведем, блин, все, блин. А... Ну, капец, это мощно, блин, президенты во всем мире. Вот, блин, ну нет, ну, взяли с меня пример, да, блин, это штаны в носки и все. Так, что еще? Ну, а в остальном, пацаны, все хорошо. Спецоперация, значит, идет по плану, значит, план, ну, у кого какой, в Афганистане один... Ну, умом это самое не понять, а чем понять, пока не ясно. Ну, короче, все идет по плану. Цирконы стреляют, ну, что-то смарты, сатрапы, там, самарты или как это, не очень. Хотели понтануться, рисануться, там, пиндос... Не, это такие слова нельзя говорить, опять ютубу не понравится. Ну, этим, значит, хотели там это показать, это, а не выстрелило. В Африке тоже не стали стрелять, потому что, не дай бог, не туда стрелишь, не туда улетит. Ну, сами знаете, качество у нас еще пока ничего так, ну, как буханка ездит. Ну, все равно, блин, ненадежно, поэтому лучше не рисковать. Так, ну, остальное все идет по плану, блин. Что еще, блин, иноагенты, значит, капец им будет. Так-то, что-то еще было, блин. Ну, в любом случае, с праздником, значит, с годовщиной, значит, терпите, значит, или Ишак, или этот, как его, Хаджа Насреддин, или Мула, или Падишах, вот, Падишах. Ну, кто-то один же все равно, да, поэтому давайте будем, значит, продолжать, значит, это
нашу линию, мы это самое. Ну, самое приятное, конечно, что все на нашей стороне, все нас поддерживают, и все это, значит, наше дело правое, значит, это с праздником, короче, и еще раз всем мешочек пельменей, и улыбайтесь, весна скоро, скоро весна, и все будет хорошо, и тогда замерзшая Европа начнет растаивать и разлагаться, и мы по их останкам, как это, короче, взлетая ввысь, достигнем цели, вот так вот. Служили два товарища в одним и тем полке, и спали на одних нарах, ишь, снег падает с деревьев, остатки, вот ты когда разливал вино, да, в бутылях остается осадок, его так процедишь, вот так сольешь, вот так, кому надо, приходите, обращайтесь, а у вас бухло дешевое, наверное, да, сами нагоните, если что. Боже ты мой. Крючуночек. Ай-яй-яй. На солнышке греется. Еле живой, а? Мамы сидят, им барбер, а? Замерзает. Ой-ой-ой. Ей. Еле живой. А? Мороз минус 25. Вот откуда взялся? Вот откуда взялся? А на улице красота. Пацаны, новости из кулинарной сферы, короче, грибы можно кидать на яйца, петуха, если не доешь, то это самое, то потом все равно тебя заставят его сожрать, это, блин, петухов много, потому что кур надо потоптать, правильно, и это, а какие им имена давать, не знаю, но самое главное назвали Жека, ну, значит, это, в честь Пригожина, остальные даже не знают, как называть, лепешки, пацаны, лепешки, простые лепешки, знаете, они, оказывается, немножко так грустные получаются, а вот надо на них это сыпать всякие вкусные вещи, и потом у них получается гораздо вкуснее, и потом больше сожрешь, и пузо будет больше, и ходишь такой, эх, 70-е, гордые, пузатые, разбавляй там в проклятую, там, бахмутскими этими самыми. Так, приятного всем аппетита. Поменял освещение вот здесь, да, поставил вот другие вот такие, капец теперь как светло. Пацаны, вот зимой некоторые люди это одиночество не выдерживают на севере и ловят заходы. А мы не такие, мы ловим рыба. Рыба поймала. Сегодня на ужин рыба. Блин, пацаны, я уже себя чувствую, как это, как дневальный по кухне. Мне прямо это там всегда отчитываться надо. Какая хавка, блин. Это смотри. Сегодня, короче, авокады забрали и выдали вот эти вот это. Блин, деды в гробу перевернутся. У нас вот таких вообще это не. Может, это там южнее, а у нас на грядках такого не было, блин. Ага. А вот это ребята говорили, гауды там, всякие, вообще даже язык не поворачивается, джигит, ковыль, там, степь, вообще такое, ну а если это, ну, вечером, да, вот с винишком думаешь, а тут херак тебе на это утро подсовывать, ну, послен, ладно, послен мы с детства кушали, ковбаса она и в Африке ковбаса, вот це из Греции приехал хлопец, а це чеснок, ага, ну ладно, приятного всем аппетита. Солнечный морозный денек. Тут вот есть один след интересный.
Так, это, наверное, не знаю. Мне кажется, это рябчик тут сидел. Свеженький, видно, что. Вот тут он сидел, там спорхнул, наверное, он. Остатки остались. А так, что еще могло быть? Больше след свежий. Ну вот он, начало и конец его. Куда? Чё? Где? Не знаю. Где-то сидит на дереве. Вот такой вот необычный след. А так в основном зайчики, зайчики, зайчики. Там что-то тоже интересное такое, мне кажется, это не зайчик. Опс, ну только я туда не смогу пойти. Далеко, глубоко. Вот. Зайчики, зайчики. Вот они. И вот они. Так, а там еще такой же след. Ну это точно. Рябчики! Ой-ой-ой, по колено! Ой! Окей. Окей. Пойдем до динамита. Он там сидит, стоит, ждет на дороге. Уже на трейл не хочет идти. Так. Ой, динамит потерял меня. Стоит, смотрит. Ай, меня не видит. Машин не было. Уже, наверное, о, четверга. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. После снежка только наш след здесь. Мы только ходим. Вот так вот оно все смотрится. Как будто тут стадо бизонов прошло. Вот так вот. Динамит дальше не хочет идти. Подниматься он не любит. О, увидел. Ну, ну чё? Ну чё? Рад? Рад? Конечно. Ну чё? Давай. Прогулялись. Теперь домой. Домой, вон как хорошо. Домой всегда хорошо. Бегом бежит. С удовольствием. Да. Молодец. О, эш, смотри, а? Молодец, динамит. Бегом, бегом, бегом.